Так, это самый жесткий джипер современности. А что они там все снимают? Мы не там стоим где-то, да? И ушел на финиш. Говорю, ко мне подойдите, сейчас страховку начнут спрашивать, что потом будете делать. Так, тут какой-то серьезный участник валит. О, он, мы его недавно видели, неделю назад только. Он уже здесь. Заряжен всегда только на победу. Второе место – это неудача. Так, опять вниз. Ух ты, елки. Там даже водичка есть. Финиш. Серьезный джипер идет. Тебе ее бесплатно дать. Подожди. Ёханый бабай, чуть не проехал. Да. Все. Давай поможем, Саня. Сани, помогайте! Штурман очень тяжелый просто. Так, едет помощь. У вас спас патрул. Бородач, одень шапку. Ух ты, блин! Вот это экшен, да. Саня, Саня, сейчас работа будет, штурману зубы вставлять. Так, ну тут жесткий пилот, вы уже поняли, я думаю. Летают, но недолго. Да, интересная трасса, но сложно всю увидеть ее. Так, ну вот лидер идет. Это заряженный очень экипаж. Особенно пилот.
Слышите, как звучит машина? Да, красиво, когда красиво. Да. Блин, не раскачивайте лодку. Так, тут выход с водички. Очень трасса интересная. Ну так он живо идет ее. На второй, наверное. Очень так как-то в четком темпе таком, видишь, ну нету провалов таких. Очень быстро. И, ну машина серьезная, я не знаю, кто скупает Toyota, нафиг они вообще нужны. Когда есть такой бренд, такая машина. Финиш. Ова, привет. Слышь, кто Toyota покупает? Вообще зачем они, да? Непонятно. Когда все время выигрывают Нивы и УАЗы, да? УАЗы можно. Да, ну Нивы точно, да, хорошие? Кстати, вот эту УАЗ я знаю. Прилука, конкретно, да. И не один даже, я тебе скажу, больше. Ты про зеленый, да? Кто там есть? УАЗ опять? Кто там? УАЗ. Опять? Так а был же. Зашел, видишь, это другой уже, да? Конечно. Оп, аккуратненько, все. А, так это серьезный пилот, подожди. Это с патрулевским мотором который? Похож. Да. Попробую сейчас рассмотреть пилота. По пилоту сможем узнать, какой мотор, понимаешь? По лицу пилота, да. Это Андрюха, наверное. Андрюхи, они очень жесткие и в автосервисе, и в пилотировании. И везде, в общем. Ну, неплохо идет. Так, едет. Не УАЗы задают. Так это что-то он на второй круг пошел. Да? Ну да, тот же УАЗ. А, забыл включить передок. А что, на заднем приводе валил? Наверное. О, сейчас как-то быстрее у него, да? Конечно. А, он последний, наверное, а там же как? Последний, да, тот начинает, да? Второй круг, да, сейчас первый. Всего 4-5 машин. Две машины. 8 машин. 5 машин проехал. Да не, больше. Димон, тебе на... Нива еще была, да. Патрол же вишневый начинал. Нива была. Да тут серьезно очень. Коллектив. Будет интересно, когда ТМ-3 начнется, да? Слышь, у тебя есть штука 200? Конечно. Так будешь моим спонсором или нет? Нет. Спонсором моего УАЗа не хочешь? Да я знаю, что ты самый дорогой штурман, этот, слесарь. А где Кадиллак, Димон? На работе. Продал? Надеюсь. На работе. Бережешь? Конечно. Так тут со мной серьезный человек находится рядом. Напишите, у кого-то хоть есть знакомые? Знакомый слесарь на Кадиллаке. Я знаю одного в мире только, я думаю. Не, ну на Кадиллаках не бывает слесарей. Ты, блин, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты ломаешь, все ломаешь. Психику даже, не только стереотипы.
Так, ну все, финиш. Юрец, мы тут! Вернись! Он на ТР-2 на старт, наверное, пошел. Так, вот он лидер. Идет на победу. Да? А что, он быстро едет? А что там за мотор? Он не успевает. Так там же бензиновый 2.4. Не успевает этот самый, он набрать нормально даже скорость. И уже? Так, вот это валит. Что-то играет, сейчас выключу. В кармане что-то играло. Ну тут серьезные. Если ресурса хватит, это победитель. Че вы ржете? Не, ну у вас машина непредсказуемая. Вот я сегодня ехал, раз и кардан что-то отпал. В болоте не отпадал, на асфальте отвалился. Да. Да. Хорошо идет. А. Давай. Так, ух ты ж, блин. Интересная трасса. Меньше бы растительности было, было бы все видно. Ну, на груди у пилота или у штурмана. Как-то он так нежно съезжает. Наверх как-то он резче идет. Так, все. Финиш. А. Ой-ой-ой. Так, о, самый серьезный нивовод на современности. Чего ты думаешь, на заднем? У него же нету перед. Да есть. Нет. Ну вот три колеса. А. Да. Все. Чуть не проехал. Перегазовал. Да, одного правого переднего, Миша, рядовоната порвана. А так шел. А знаешь, что он назад сдал? Нет. Нет. Что это за мальчик стал у меня перед камерой? Мальчик, отойди! Организатор написано. Организатор, организатор, отойди! Да. Что-то колеса там ходуном ходят. Так а он там дальше. А дальше проще все? Да, три ведущих колеса. Правый шрус порван. Дима, он всю жизнь до заднего может только Yeah.
Пойду снова на вентилятор. Осторожно, не раскачивайте лодку. Ребята, не лезьте на УАЗ. Того с бородой не пускайте только. Он перевернуться может. Не, нормально валит все равно. Да, досадно, не запрыгнул. А еще на финиш надо выехать, кстати. Сейчас будет что ехать, пока. Не, заскочил. Так, ну это очень серьезный. Очень серьезный автогонщик. Да. Все, порвал что-то, да? Да. Да? Заклинил газ, мне кажется, слышь? Да не, это крепчайшая машина. Что-то там хорошо щелкнуло. Не, ну вам слышнее, вы-то, у вас эти уши музыкальные, что? А что там, турбированный? 606-й турбированный? А он влез туда по длине нормально, да? Не, работает передок? Передок работает. Кого его? Машину эту. Тихо. Жалко. Жалко у пчелки. Ты шо, вообще маньяк, да? Ты посмотри, как спрыгивать сейчас будет интересно. Не, не. Да нет, все равно быстро. Так он в первый идет сейчас, наверное. Прыгаем четырьмя костями, тупо буксует. Снес вешку там на выезде, да? Следующий, ранчероки. Следующий участник. 160-й патрул. Когда ровно идет, школа, но есть цепь, он все время едет. Так, это что ты рассказываешь? Самолеты быстрее, чем машины ездят? Что нет? Ездят самолеты, точно быстрее не ездят. Да ну что ты рассказываешь, я тебе говорю быстро. Но когда машина летит, это же она превращается автоматически в самолет. Саня, тебе нужен мотор, как в патруле. 606-й, вот Олег говорит, месяц. Саня, они сейчас все здесь, ты можешь поехать быстро поставить его, пока я тут их буду держать. Там уже топливо. Они тут все на УАЗе моем прячутся. Так, патрул продолжает дубасить. Он же на бухле работает. Он дымить будет. На пиве, на водке. Бензин заправляет. Пальцы. 60-й тоже шустренько так. Так, что-то не включилось, понял? Блин, это плохая примета или нет? Все, Бодя включил, побежал. Побежал Бодя. Подожди, подожди, тут серьезная бригада едет, я не могу сейчас отвлекаться. Посмотри, как красиво идут. Победа! Да нет, нормально. Да, обидная заминка. Самолета, да? Приземление жестче, чем у самолета, да. Не, у них просто губа спереди длинная свисает. Или машина, а машина короткая, да. А самолеты же они длиннее, да? Ух ты, елки, ты видел, как прыгнул? Вы не видели, потом я вам покажу. Понял, они хотят на кому. По прыжкам обогнать, да? Слышишь, а вы же не знаете, тут такой формат, кто дольше в воздухе, организаторы фиксируют. Что-то нормально не едет, сейчас я попробую увидеть.
Не, бампер ничего. Нет, что-то там было. Решетка там, да. Решетка вывалилась, все, я понял. Просто отломалась. Но все равно как-то уверенность потерял, видно. Ударился, наверное. Так два раза еб... Димон, ну тихо, дети смотрят. Говори, два раза ударится, повтори. Хорошо, два раза ударится. Сильно. Так, не, ну что ж происходит? Ну просто нервничают ребята, просто, ну, заявлены ж призы какие-то тысячи долларов там, елки. И ребята нервничают, ты понимаешь? Просто, не, что-то произошло, ты видишь, как-то они не едут. Или не включается на одной передаче, может, только. Так, друзья, ну это джипер, очень серьезный джипер современности. Да не, он, видно, какой-то... Слышишь, мне кажется, он тройную дозу успокоительного принял. Посмотри, вообще, это не он. Мне кажется, замена была, там не сидит тот пилот. Персе на восьмерную норму принял. Не, ну это уже не тот пилот, что был. Или он на тяжелых примерах предшественников. А время суммируется, не знаете? Да. Суммируется, да? Да. О, смотри, там он ускоряется хорошо. Он лапы сменил или стоят лапы? Угу. Это непонятно как-то, да, типа сильно занижено, да, вроде как, нет динамики. Но Игорь, он и говорил, что ему не нравится. Казет, да. Не, ну он бережет просто, техника дорогая. Призы просто не отобьют. Там одна шестеренка в этом мосту 500 долларов стоит, вы знаете или нет? Нет, две шестеренки, обманул, наверное, две. Там в бортовике две шестеренки, Миш? Две шестеренки 500 долларов. А может и одна, я даже не знаю, надо спросить, короче. Потому и едет нежно. Зато, видишь, нету пропуска. Что-то штурман заснул там, понял? Так, пошел серьезный пилот. На серьезной машине. Да, хорошо ускоряется. Да, она все, по-моему, длиннее там становится. Упала, да? Да, стропа. Ну, не стропа, а трос. Да. А, вы... Не, ну все равно быстро так идет, ничего. И дым видишь такой, не черный, а такой как правильный, да, да. Как раз настроен хорошо. А этот шел вообще без дыма, по-моему. Масема? Да. Вроде да. Ну, Масема быстрее вроде шел или нет? Масема, я бы сказал, прыгал, летел. Этот едет, Масема летел. Смотри, там где-то кока-кола. Так, первый пошел. На заднем сидухе. Это ТР-3. Леня изучает. Не, ну если ехать последнему, я думаю, они уже накатают. Да, будет легче, да? Застрянет, думаешь? Он же не видит ни хрена просто. Мне кажется, он на перешивку кресла едет. Все такие слов, как слепому сказали. Да не, у Шишиги проходимость серьезная. Мне кажется, не застрянет. Саня, отойди, Саня. Саня, отойди.
все, он приехал. Да и чтобы его вправо не бросило на тебя. Чтобы на тебя вправо его не бросил. Я так и не врубился, а Саня, я карам быстрее. Ух и жесткий парень. Ты не ходил в кресле. Ну да, сейчас мы там. Дальше вы едете на пожарное, тот экипаж на шиши. Свою в яме бросаете машину, понял? Так, тут подготовка к старту ТР-3. Сейчас будет повеселее.